Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и мы продолжаем проходить Battlefield 4 на высокой сложности, и, собственно, практически у нас уже финал, и сейчас будем смотреть концовочки. Погнали! Мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Черт возьми. Красный, что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать. Самое главное, сейчас тут предстоит выбор, отдать девушке или парню. Я бы типа отдал афроамериканцу, но вы бы подумали, что я расист. Ну а если я бы китаянке отдал, вы бы тоже подумали, что я расист. Поэтому я никому не отдам. И вы увидите первую концовку, если не отдать. Дай мне заряд, Рекер. Ганна, это мой корабль, черт возьми. Давай, приятель, пан или пропал. Принимай решение, Рекер. Нет. Давай, Рекер. Нет, ничего не будет. Вот, взрывается Валькирия, по идее. Да? Или нет? О, господи. Валькирии больше нет. Да. Мы все просрали. Вот так вот. Слушай, можно топить корабли. Можно истреблять людей. Но нельзя убить идею. Мы выживем, могильщик. Могильщик, говорит привратник. Мы восстановили контроль над Суэцким. Вы там нашли кого-нибудь? Нет, привратник. Выживших нет. В смысле, никого, кроме нас. Так, ну, собственно, это первое. Концовочка. Сейчас мы опять контрольную точку. Я надеюсь, загрузит с того момента, там, где мы уже приплыли. Нет? Ну ладно, тогда я сейчас что-то наделаю и посмотрим. Так, ну собственно, сейчас будем смотреть вторую концовочку. Мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Черт возьми. Красный, что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. Ну, в общем, давайте уступим, наверное, девушке. И дадим ей. Ирландец, помнишь? Везунчик. Ну же, Рекер, давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь, и точка. Давай, Рекер. Давайте выберем Ханну. Рекер, когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку. Ханна. Обязательно. Готово! Жми кнопку, Рекер! Жмем кнопку. Черт возьми, могильщик! Взрывай! Вот такая вот концовочка, там, она где погибла, умирает Ханна. Она отдала жизнь за Но Валькирия, того, корабль Валькирия, не уничтожен. Крепость — это ищейка. Могильщик на борту. Мы везем их обратно. Вы всех нашли? Один из них пропал без вести, сэр. Мы ничего не можем поделать. Нужно немедленно улетать. Черт, понятно. Что же, возвращайте моих морпехов домой. Так, и давайте третью концовочку. Так, ну и, собственно, третья концовочка.
В этот раз мы будем отдавать взрывчатку ирландцу. Крепость. Могильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Черт возьми. Красный, что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо. Непонятно, почему сам Рекер не может спуститься. Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну же, Рекер, давай сюда, Рекер. Так, отдаем ирландцу. Я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране. Ну, ну, давай, появляйся. Никуда ты не пойдешь. Когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку, Рекер. Ирландец! Установил. Все готово. Давай, Рекер. Жми кнопку. При взрыве так, он ну. Погибнет. Черт, возьми, могильщик. Жмем. Мы сделали все, что должны были, Рекер. Его смерть не была напрасной. Ну, в принципе, без разницы. Видите, одинаковая концовочка. Если Ханна спустилась и ирландец, то, в принципе, все одинаково заканчивается. Так, ну, собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабки. Надеюсь, вам понравилось. Это был Battlefield 4 на высокой сложности. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока. Когда-то я любила ходить в горы.